existence, how to communicate feelings and ideas. Андрей, cos'è l'arte? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет, в чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить, так сказать, для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему, так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли. Тарковски believes that what matters in life and art is the very process of the creative involvement, the ultimate aesthetic value of a film and its concrete direct social function. Rublev also states it clearly at the end of the film, when he consoles the weeping Boriska, assuring him that most important thing is that Boriska succeeded in making people happy. Of course, it is Tarkovsky's own philosophical attitude towards life, his message to young people. Cosa vuoi dire, giovane? Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве, любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства находиться одному. То есть это не значит, что быть одиноким, это значит, что уметь не скучать самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения. Белло, vieni, vieni. Che bello, mamma mia. Favoloso, а? Бестиаче. Красивый очень звук лошади, которая приезжает мимо. Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств.
оно очень зависит от денег. Чрезвычайно. То есть в том смысле даже не от того, что фильм дорого стоит, а также от того, что фильмами торгуют, как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают. Поэтому принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, то этот вопрос начинает казаться абсурдным. Поскольку, если бы мы сказали, искусство хорошо только тогда, когда оно продается. Я не сетую на свою судьбу, потому что я отлично знаю, что поскольку кино – это производство товара для продажи, я не могу требовать каких-то особых условий для создания своих фильмов, поскольку этих условий не существует. Если мы хотим, чтобы картины смотрели большое количество народа, мы никогда не сможем сделать так, чтобы эти картины были высокого поэтического мастерства. Вы скажете, что бывали случаи, когда очень хорошие картины смотрели миллионы людей. Это было в начале кино. После того, как оно появилось, может быть, когда было немое кино. Каждая новая картина для зрителя тогда это встречалась с огромным интересом, потому что она вызывала любопытство. Сейчас зритель привык. Ничем удивить уже кинозрителя сейчас нельзя. Поэтому мы не можем рассчитывать на то, что хорошие картины будут смотреть миллионы. Tarkovsky died as a relatively young man, without abandoning the hope that cinema as an art form will eventually reach a brighter day.